Главные мстители – это Андрей Громов, Алексей Демин, Алексей Баранов, Александр Бузунова. Четыре члена команды у них имя начинается на А. И Татьяна Голицына, пятая. На соседней дорожке к ней идут трансформеры. Данил Бузунов, Андрей Полищук, Игорь Егоров Посолов, Екатерина Мамонова. Ольга Огнева. Так, площадка готова? Нет, не готова. Ребята, это что за блины? Это чьи блины? Евгений Бобрович. Евгений Бобрович. Ребята, блины, которые там находятся, тоже убрать. Из середины площадки берите блины. Теперь Евгений Бобрович, попрошу Евгения Бобровича подойти ко мне. Евгений Бобрович, подойдите ко мне, пожалуйста. Итак, как вы готовы? Команды? Нет, не готовы. Три. Женя, вы готовы? Ага. Команды готовы? Судьи. Итак, традиционное голосование. Зрители. Зрители готовы? Итак, есть поклонники у команды «Мстители». Окей. Попрошу всех освободить зону, где ходят на руках. Коля, говори. Оля Огнева и Александр Бузунов.
Демин, Андрей Полищук.
Здравствуйте!